решив водрузить свою знаменитую трехлучевую звезду, корпорация Daimler Chrysler победила и А-класс тоже, выпустив Mercedes-Benz А-класса, призванный стать лидером, как и все, что делается фирмой Mercedes. Вообще история Mercedes А-класса не такая радужная. После начала выпуска вот этой вот маленькой модельки городского автомобиля, Mercedes был вынужден внести некоторые доработки, связанные с устойчивостью автомобиля. Но когда эти изменения были внесены, этот Mercedes начал расходиться по всему миру в огромных количествах. Сохранив фамильность, Mercedes остался Mercedes'ом. Это не маленький автомобиль А-класса, хотя снаружи выглядит небольшим. Породистая широкомордость Мерседеса осталась и здесь. Автомобиль сам по себе, конечно, может не понравиться любителям тех классических Мерседесов, к которым мы привыкли. Но для женской половины населения это, конечно, машинка очень симпатичная. Замечательный городской автомобиль с двигателем объемом в 1,4 литра. И, кстати, это единственный Mercedes переднеприводный. Престиж престижем, но автомобиль все-таки городской. С достаточно жесткой подвеской, которая спокойно перемалывает все мелкие неровности асфальта, но на крупных волнах его все-таки покачивает и существенно. Управляемость здесь, конечно, идеальная. Для того, чтобы максимально облегчить и сделать также максимально комфортной поездку по городу, вам предложен полный электропакет. АБС. Система противобуксовочная. И 4 подушки безопасности. В общем, маленький, большой Mercedes. Дело в том, что маленькая машинка, маленькая снаружи, но большая внутри, да еще и с шильдиком Mercedes, это, с одной стороны, экономичность, потому что двигатель здесь всего 1,4 литра, а с другой стороны, престиж, потому что это все-таки Mercedes. Который нам любезно предоставил автоцентр Well, на котором вы всегда можете найти интересные автомобили широкой ценовой категории. И о цене. Цена этой машины 13 тысяч долларов для автомобиля 1998 года с пробегом 82 тысячи километров. Можно, конечно, выбирать новые, искать, дергаться, но Mercedes-то всегда останется Mercedes-ом.